Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том же, почему у вас пропадает Wi-Fi или вообще его не ловят. Пожалуй, начнем с того, что мы видим. Когда вы заходите в Wi-Fi, вас может показать, что ваша Wi-Fi точка подключена, но самого значка Wi-Fi нет. То есть, почему так? То есть, многие лезут, конечно, в настройки, меняют тут адреса, то есть, маршрутизатор вписывают и тому подобное. Точки DNS серверов, всякое. Это, в принципе, влияет, но не особо. Но лучше всего зайти в настройки в основные и сделать сброс. Но сброс чего? Нужно сделать сброс настройки сети. Именно вот этот вот подпункт. Вы сбросите настройки. Не все, не контенты настройки, заметьте, не слова, не домой, не геоданные, там все остальное, а именно настройки сети. Вы тогда очистите кэш по сети, по разным точкам Wi-Fi, которые вы подключали, и конкретно будет ваш роутер иметь данное сопряжение бесперебойное. После этого вы перезагрузите смартфон, конечно же, и все будет отлично работать, можете не переживать. Но также тоже не забывайте здесь вбить по настройкам у вас. Именно здесь всякие можете обновить аренду и тому подобное. Настройки прокси. Тоже, если есть для вас какие-то особые настройки, вы, конечно же, посчитайте. Под каждого оператора, а именно провайдера, вбиваются свои данные. Не для всех действуют одинаково. Подберите, поставьте. Но настройки сети, конечно же, это самый такой номер один вариант, который действительно работает. Вот и все. Оценивайте ваши видео сами, как вам заблагоразумится. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. И не забывайте подписываться на мои соцсети, которые закреплены в комментариях под видео. Всем пока!